Каждый раз урок музыки в детском саду номер 28 начинается не с распевки, а с настройки фортепиано. Мне, как музыкальному руководителю, очень не хватает качественного музыкального инструмента фортепиано. К сожалению, в нашем детском саду инструмент очень старый, уже с годами рассохся и не держит строй. Некоторые клавиши дают одно и то же звучание. Для детского сада важно приучать детей к хорошей музыке, именно к той, которая звучит в живом исполнении. Фальшивое звучание инструмента меня вынуждает использовать записи, фонограммы, но это неправильно. Дети должны слышать живое, чистое исполнение музыки в удобном для них тональности и в удобном темпе. На сегодняшний день мечта у детского сада – это приобретение нового музыкального оборудования, и участие в ППМИ для них ключ к мечте. Имея положительный опыт, инициативная группа решила не останавливаться на достигнутом и продолжит участие в конкурсном отборе ППМИ-2021. На предварительных собраниях ТОС «Солнечный» были озвучены проблемы детского сада, и приоритет был отдан на приобретение музыкального оборудования. Благодаря данному проекту у детей детского сада появится возможность получить финансирование для приобретения необходимой музыкальной аппаратуры, что даст им возможность полноценно развиваться, создаст почву для демонстрации своих творческих способностей и умений, станет хорошим стимулом для полноценного проведения свободного времени. Дети рисуют рисунки, участвуют в флешмобах, ТОС «Солнечный» верит в победу, и скоро в стенах детского сада зазвучит красивая и живая музыка. Лилия Шиниязова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».